Вот тогда вы ту войну освобождали вместе СССР, а сегодня вот так наши братские народы на нас напали вероломно. Бомбят Николая, вы представляете? Да, я слышал. Да. Я звук слышал. Ну и вот этой заразе россиянам, их надо там давить всех. Вы сколько дайте, людей... Уничтожили. Ну, военные-то, ну гражданских. Детей. Да. Ай, да их повесить всех надо. Дорогой мой, не волнуйтесь, идите, я вас обниму. Да, и мы будем уже идти. Вы понимаете, я не могу.